Этот участок на протяжении многих лет считался одним из самых аварийно опасных. Так еще и открытие торговых центров вызвало большое притяжение людей и транспорта. По этому поводу долгое время жители Тамбова обращались к губернатору, главе города и в приемную партийного проекта «Безопасные дороги». 2 недели назад на улицах появились светофоры, однако это не решило проблему полностью. Теперь здесь собираются реорганизовать всю схему дорожного движения. Уникальное здесь сочетание так называемого государственно-частного партнерства. И эта реорганизация, она достаточно дорогостоящая, будет создана за счет бюджета. За счет средств собственников торговых помещений. Они готовы на это, для того, чтобы и горожанам было удобнее, и их, так сказать, торговля не страдала от того, что несовершенно дорожное движение. Здесь будет перенесено 6 опор, ну, пока предварительно, 6 опор. Дорога будет расширена, появится реверсированная полоса, то есть будет поворот. Вот сейчас повернуть к торговому комплексу налево, двигаясь от Северной площади, невозможно. Разработанная схема устроила руководство города Тамбова, ГИБДД и собственников здания. 17 июля состоится заседание общественного совета партийного проекта «Безопасные дороги». Если окончательное решение по данному вопросу будет принято, активные работы начнутся в ближайшее время.